И мы читаем о том, что Ева вкусила от этого плода, сама ела и дала Адаму, и он ел. Да, пожалуйста, я смотрю, есть вопрос. Я вот хотел вернуться к тому стиху, который мы с вами прочитали. Следует ли нам в этом случае понимать, что в тот момент, когда Ева была искушаема сатаной, ее муж буквально сидел рядом с ней, или он был где-то далеко, и потом уже пришел и обнаружил, что Ева вкусила от плода, и сам это сделал? Как нам следует верить, что он все это время был с ней, или что он отсутствовал в этот момент? Но об этом нам не сказано. В этом тексте ничего не написано. Хотя создается впечатление, что Адам отсутствует в этот момент. Он не слышит этот разговор. И вот затем обратите внимание на 6 стих. «И дала также мужу своему, и он ел». То есть получается, что ел он вместе с ней. Означает ли это, что все время он был рядом с ней? Мы не знаем. Об этом не написано, был ли он рядом с ней все это время. Быть может, они даже обсуждали этот вопрос перед тем, как вкусить от этого плода, следует им это делать или нет. Но мы об этом не знаем. Об этом не написано ни здесь, ни в других текстах Писания. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Почему Адам вкусил и ел от этого плода? Ведь если бы он знал, что это именно тот плод, то почему он все-таки сделал это? Я думаю, по той же причине, почему и Ева это сделала, которая также знала, что это за плод. Но я думаю, есть еще одна причина, хотя об этом не написано. И причина эта вот в чем. Адам видит, что Ева вкусила, и он знает, каким будет результат, если они вкусят от этого плода. И вот перед ним его жена, и перед ним встает дилемма. Отказаться ли мне от того, чтобы вкусить от этого плода? И тогда, что касается моей жены Евы, будь с ней, что будет. Быть может, я даже ее никогда не увижу. И что будет тогда? Еще одно ребро я потеряю, и Бог создаст мне новую жену. Либо, ну да, я знаю, что это неправильно, но вот она это сделала, и если я хочу увидеть ее вновь, то, быть может, по-другому не получится. Надо сделать то, что она сделала, несмотря даже на то, что я знаю, что это неправильно. Но вот, по сути, остается всего лишь 2 варианта. И вот Адам стоял перед этим выбором, и, быть может, ему было трудно сказать, «Что ж, Ева, будь с тобой, что будет, я не сделаю того, что ты сделала». Конечно, все это предположение, потому что в Писании ничего не сказано. Но вот что Писание говорит, это то, что Ева была обольщена, и Адам по своей воле это сделал. И вот почему он сделал это по своей воле? Он не был обольщен сатаной так, как Ева была обольщена. Почему он все-таки это сделал? Быть может, по той причине, которую я только что вам обрисовал. Он знал о том, что уже было сделано, чего стоило ему сотворение Евы, и вот теперь она впала в грех, и тем самым она отдалилась от него, появилась дистанция между ними, и вот она умрет, так как они знали, что это произойдет. Ведь Бог сказал, что таким будет наказание. Что ж, неужели я хочу потерять свою жену таким образом? Или, быть может, мне все-таки стоит попытаться сохранить наши взаимоотношения? И я подозреваю, и я бы предложил, что хотя Адам не был так искушаем, как Ева, и хотя он понимает, что на самом деле происходит, я думаю, что в каком-то смысле можно говорить о том, что и он попал под обольщение. И вот что я имею в виду. Даже если вы знаете, что таковы правила, и вот это произойдет, если я эти правила нарушу, и да, я хочу поступить, я хочу это сделать, хочу нарушить правила, несмотря на то, что будут такие последствия,
Вот все-таки, чтобы так поступить, неужели вам не нужно будет убедить себя, что вот то, что последует, если вы нарушите правила, на самом деле не будет таким плохим? Быть может, хуже будет не нарушать правила, но потерять жену навсегда. И в конце концов, Адам, скорее всего, решил, взвесив оба выбора, что меньшим злом в этом случае, конечно, с его точки зрения, меньшим злом будет вкусить от этого плода и остаться со своей женой. Но мы к этому еще вернемся, когда будем говорить о сущности греха. В этом случае просто недостаточно объяснено в Писании, почему он это сделал. Хорошо, что касается самого грехопадения. Суть греха в том, что это намеренное непослушание Божьим заповедям. Происходит то, что Ева ставит свои желания во главу угла и пренебрегает тем, что Бог ей заповедал Божьими правилами. Я думаю, необходимо задать такой вопрос. В какой же момент произошел сам грех? Когда Ева взяла в руки плод? Или, быть может, даже еще раньше? Что ж, мы с вами об этом поговорим. Мы еще к этому вернемся. Быть может, даже сегодня. Но на данный момент позвольте мне сказать лишь следующее. Как я считаю, грех произошел в тот момент, когда она решила вкусить от этого плода. И затем она уже пошла и сделала то, что решила. Но в тот момент, когда она приняла это решение, она совершила грех. И мы к этому еще вернемся, когда с вами будем говорить об искушении и искушении, ведущему ко греху. И вот Писание говорит нам о том, что Ева была обольщена, а Адам намеренно, сознательно совершил этот грех. Но тем не менее, оба они были ответственны за свои поступки. Хотя Писание возлагает ответственность за содеянное на Адама, как на главу семьи. Но тем не менее, оба они согрешили, оба они ответственны. Но тем не менее, Писание возлагает особую ответственность на Адама. И особо подчеркивается ответственность Адама. Вот позвольте мне вам указать на некоторые стихи Библии, которые об этом говорят. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, стих 3. В этом стихе говорится, что Ева была прельщена сатаной. Также первое послание к Тимофею, 2 глава, стихи с 8 по 15. В этом тексте мы вновь читаем о том, что Ева была прельщена. И апостол Павел дает понять, что Адам поступил намеренно. И, быть может, у вас возникла такая мысль, что все мы, так как все мы произошли от Адама и Евы, то и на всех нас перешел этот грех. Но вот посмотрите, что Писание говорит. Писание подчеркивается роль Адама, его ответственность как главы семьи. И здесь можно привести 5 главу послания к Римлянам, начиная с 12 стиха, и 15 главу 1 послания к Коринфянам, стихи 21 и 22, а также стихи 45 по 49. Итак, они впали в грех, и затем мы с вами переходим к последствиям грехопадения. И здесь необходимо вернуться к основополагающему заявлению Бога, когда Он установил правила. Бог сказал Адаму и Еве, «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И как мне представляется, здесь речь идет о физической смерти,
Адам и Ева умерли после этого физически, но также и о духовной смерти. Они утратили праведное положение перед Богом. И сразу же это видно, это сразу становится заметно. Вот посмотрите, 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога. Они боятся быть в присутствии Бога, потому что ослушались Его, они знают, что у них проблемы». То есть взаимоотношения с Богом нарушены, появилась трещина, появилась дистанция между Адамом и Евой с одной стороны и Богом с другой. И вот если бы Адам и Ева остались бы в таком состоянии, в состоянии отчужденности от Бога, если бы не было никакого искупления за то, что они совершили, то вот тогда их отчужденность, их отделение от Бога длилось бы вечно. И, конечно, таково последствие духовной смерти. Но также есть и духовная смерть, которая наступила в результате этого греха, этого обольщения. И вот особенно конкретно об этом написано в 19 стихе 3 главы. И хотя этот стих обращен к Адаму, очевидно, что речь идет здесь о последствиях для всего человечества. И вот в первой части 19 стиха 3 главы книги «Бытие» говорится о трудности работы, что человек будет работать в поте лица, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И это означает, что Адаму предстояло физически умереть. Что ж, хорошо. Таков был Божий запрет. Бог сказал, в день, в который вкусите, смертью умрете. И далее мы с вами рассмотрим, каковы были последствия грехопадения для всех участников этого события. Но прежде, пожалуйста, если у вас какие-либо вопросы. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Не могли бы вы еще раз указать, в каком тексте Писания говорится о восстании сатаны против Бога? Исаия 14 глава. Там записаны слова сатаны «Буду подобен Всевышнему». Но вот более конкретно о восстании сатаны, о том, что он был низвергнут с неба на землю и при этом увлек за собою часть ангелов. Это книга Откровения, 12 глава. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Вот наказание для Евы заключалось в том, что она будет в муках рожать детей. Мы вскоре об этом будем с вами говорить. Вот католическая церковь, большинство католиков верят в то, что плод, о котором идет речь, на самом деле не плод, а сексуальное действие. Именно поэтому ее наказание было связано с рождением детей. Что ж, как я уже сказал, мы с вами к этому вернемся и поговорим о последствиях грехопадения для каждого участника. Но сейчас я хотел бы сказать следующее. Если вы думаете, что плод на самом деле это не плод, не буквальный плод, тогда и змей не буквальный змей. Тогда и Адама и Еву нельзя воспринимать буквально. И все это лишь аллегории. Если мы говорим о том, что какая-то часть истории — это миф или метафора, и не следует понимать что-то буквально, так как записано на страницах Писания, то тогда где вы остановитесь? Я не думаю, что есть хорошая причина, чтобы что-то воспринимать буквально, а что-то нет. Помните также о том, что не только
Мы находим описание этого в книге «Бытие». Но сам Иисус обращается к этому событию, и Его слова записаны в Евангелиях. И если мы с вами верим, а я знаю, что мы верим, что Иисус Христос — всезнающий Бог, то Он не ошибся бы, а Он своими словами подтверждает, что это было историческое событие, и произошло все так, как записано в Писании. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.